Привет, друзья! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня мы распаковываем три посылки. Давайте же начнем. Первой посылки на сегодня. А это резинка для волос такая. Прикольная. Она это двойная. И тут золотая цепочка. Очень прикольная и классная резинка. Так, проверим, там ничего не осталось. Да, там еще кое-что осталось. Это же ожерелье Hello Kitty. Или Hello Kitty, не знаю. Вот такое классное ожерелье. Я его сейчас надену. Надевать. Ну ладно, пусть так будет. Давайте же открывать следующую посылку. Посылочки наши пусты. Давайте же откроем. А это очень милое колечко котика. Которое бросается, например, на колбасу и на мышку. Теперь ты у меня будешь сидеть на моей лапке. Вот такой вот котик. Давайте же откроем последнюю посылку на сегодня. Какой милый кулон котик. Так, это я уберу. А это я одену. Оденется. О, вот это уже нормально. Очень милый кулон кошечка. Теперь я вот это колечко, вот это ожерелье никогда не сниму. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ты увидишь много интересного. Всем пока!